Значит, первый признак – время теракта. Любой человек, террорист, ему желательно взорвать что-то, чтобы погибло много людей. А в 8 утра кто в этих башнях находился? Охранники и уборщицы. Как у вас в ВУЗе в 7 утра, что полные студенты, преподаватели. В самый разгар дня, 12 часов. Этого не было. Почему камеры уже стоят и нам все показывают? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что самолет оттуда полетит, сюда врежется? Второй признак. Третий признак. Значит, две башни оседают аккуратно. Да, самолеты, видно, прорезали башни, прорезали. А через 5 часов другая башня рядом просто сама оседает. Вот три признака того, что это был... еще четвертый. Владелец застраховал оба здания за неделю до взрыва. Это же отлично. Какие деньги можно получить, ничего не делать. Четыре позиции. Все искусственный.